Кидали, но не мы. В Почте России посмотрели ролик с разгрузкой коробок на перроне Красноярска и опровергли причастность своих подчиненных к вандальной работе. Напомню, это видео появилось в сети несколько дней назад. Очевидцы сняли, как из вагона посылки летят на асфальт. На почте выяснили, вагон на видео коммерческого назначения, швыряют коробки не их сотрудники. Также по документам отправления, которые в тот день разгружали из почтовых вагонов, получены в полном объеме и без повреждений.